Для жителей села Нивное Суражского района открытие площадки ГТО – событие, безусловно, историческое. Здесь проживает около 850 человек, много детей. И новый спортобъект создан в первую очередь именно для них. Здесь вот мы открываем спортивную площадку. В городе Сураже открываем беговые дорожки, соответствующие самым высоким требованиям. Открываем два хоккейных корта, спортивную площадку для занятия баскетболом. То есть из года в год мы улучшаем свою спортивную базу. Евдокия Молчанова родилась в Нивном, но волею судьбы давно живет в Эстонии. За малую родину переживает всем сердцем. Каждое лето я приезжаю сюда, потому что это мое любимое место на земле, и провожу здесь свои каникулы. Вот то, что я в этом году увидела изменения в своей родной, в своем родном селе, это вот в школе я увидела замечательный музей, просто прекрасный. Я была поражена, сколько экспонатов собрано. Я рада, что наши жители и могут приходить вот на такую замечательную площадку. После церемонии открытия местные жители и гости села приступили к сдаче норм ГТО от самых маленьких до взрослых. Каждый хотел испытать все имеющиеся на площадке тренажеры и снаряды. Для жителей села, особенно представителей молодого поколения, новый объект изменил жизнь. Так, молодец, давай, умничка. Эта площадка дает людям и жителям здесь возможность заниматься спортом. Это, можно сказать, замещает спортзал. И вот я хожу в Звенигороде, где я живу, в спортзал, а здесь прям хорошая альтернатива. Мы не увлекаемся вредными привычками, не пьем, не курим. Это очень хорошо. Ну, для пользы, очень огромная польза в этом. Заниматься спортом, это турники, это вообще очень замечательно все. До этого заниматься, в принципе, было негде, а сейчас хотя бы здесь могут собираться молодежь, будет, в принципе, где проводить время. Вот. Это очень хорошо, я считаю. Благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография» теперь в Нивном есть современный спортивный объект и место притяжения молодежи. Александр Новиков, Евгений Цветков, Григорий Дупанов, Андрей Шевченко, Суражский район.